Я не буду себя кушать во второй раз, я выберу первое. 73% за... Да, съесть свои руки или скушать своего папу. Что за вопросы? Мне страшно, умереть сразу или мучиться? Шоколад! Принести в жертву своего домашнего питомца для того, чтобы покушать? Фу! Каркар! Замечательные и прекрасные, меня зовут Данкар. Опа, это будет моим... Это будет моим вступительным жестом. Меня зовут Данкар. Ничего себе. Ладно, сегодня у нас то или это. Сегодня мы будем выбирать одно или второе. Хомяки, например, или попугаи. Или же иметь возможность переводить 24 часа назад 3 раза в году. Или быть что-то там, что-то там. А я забыл сказать. Надо поставить лайк этому ролику. Давайте, народ, пожалуйста, поставьте лайк. Это очень-очень-очень важно. Тыкните, и он станет синим. А еще я вчера забыл поставить лучший комментарий ролика в лучший комментарий ролика. Поэтому сегодня вот они. Да, здравствуйте. 2,2. Вы такие офигенные, вы так много комментов пишете. Я все, правда, их читаю. Поэтому пишите. Ну и подписывайтесь, конечно же, если вы здесь впервые. Это тоже очень важно. Тыкайте на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. И да, подписывайтесь, не стесняйтесь, у нас тут как бы вот любят новичков. Давайте, ой, кепка аж поехала. Хва! Подарок, сделанный своими руками или купленный в магазине. Знаете, вот все эти мимимишности, сделанными своими руками, я зачастую такое говно на палках делаю, что лучше просто купить в магазине. Потому что вот хоть оно и от сердца, но оно все равно какашка. Да. Попасть в прошлое через временную петлю и остаться там, или же прожить жизнь как все? Блин, вот это очень клевый вопрос, это очень клевый вопрос, потому что я на самом деле хотел бы попасть в прошлое, и, возможно, даже хотел бы остаться там, потому что мне нравятся некоторые периоды времени, но я не знаю, куда я попаду, то есть одно дело попасть в какие-то 80-е года или 50-е, которые мне нравятся, а другое дело попасть, блин, в палеолит какой-то, где ты бегаешь с братанами на мамонта и живешь 30 лет. Я думаю, что это было бы интересно. Серьезно? 70% хотят прожить жизнь как все, зачем? Ну ладно, окей. Хва. Вылечить рак? Или же сделать первый в истории человечества контакт с пришельцами? Я даже не знаю. Я вот сегодня бабку увидел, консьержа. Я думаю, что я уже имел контакт с пришельцами. Они такие странные. Но, наверное, я бы это, да, выбрал. Такое, да. Это очень сложный вопрос, опять же. Хва! Никогда не играть в компьютеры и... Никогда не играть в компьютерные игры снова? О, господи, боже мой. Никогда не смотреть видео на компьютере снова. Блин! Я могу смотреть видео на телефоне, и вам советую. На телефоне даже круче. Так что, да, я бы никогда бы лучше не смотрел видео на компьютере, чем никогда бы не играл в игры, вы чего? Вы серьезно? Вы настолько глупы? Вы настолько глупы? 58% людей не додумались, что можно смотреть видео на телефоне. Телефон это не компьютер. Идиоты. Идиоты. Хва. All dead. Съесть свои руки и ноги? Или скушать своего папу? Господи. Боже мой. Народ, я знаю, что эти вопросы делают люди. Вы вообще люди? Я не хочу ни то, ни другое есть, но лучше я съем себя, чем отца. Переехать в большой, красивый, как в твоих мечтах, дом, прожить там один год без интернета, или же остаться на своем месте? Какой белый эмоджи. Точнее, смайл. Блин, год без интернета, но в крутом доме, или же остаться на своем месте. Слушайте, мне нравится свое место. Мне нравится свое место. Я бы остался на своем месте. 50 на 50. О, господи, боже мой. Да вы и 3 дня без интернета не продержитесь. Да вы и часа не продержитесь. Вы зайдете в контакт, чтобы запостить. Ой, я уже 2 часа как бы без интернета. И такой потом. О.
Я буду мелькать между английским сайтом и русским сайтом, просто потому что. Быть знаменитым атлетом на Олимпийских играх, которого знают целый мир, или же быть знаменитым актером, которого знают только в Америке. Я всегда хотел быть футболистом, но никаким другим спортсменом. Мне не нравится там быть, не знаю, прыгуном каким-то или еще что-то. Не, я только футболист. Я, наверное, был бы лучше актером известным только в Америке. Ой, да ну вас, 57%, пфу. Иметь невероятно классные отношения с воображаемым другом или же иметь ужасные отношения с тремя настоящими друзьями? Воображаемый друг или же три реальных друга? Я, наверное, все-таки выбрал бы ужасные отношения с тремя реальными друзьями, потому что, ну, скорее всего, их можно как-то вывернуть в нужное русло. А воображаемый друг? Хотя, по сути, я являюсь воображаемым другом для вас. Наверное. Я надеюсь, что у нас с вами хорошие отношения. Я выберу первое. 73% за! Да, подписывайтесь, все 73% подписывайтесь. Хва! Лежать на траве и читать книгу, или же остаться внутри и смотреть невероятно крутой телевизор. Ну, наверное, я и так смотрю часто телевизор, ну или компьютер, а вот книгу читать в траве, я бы это выбрал. Да откуда у вас? 57%! Вы чего? Окей, так. Получить машину времени, но придется стереть себя из памяти всех родных и друзей, как будто тебя и не существовало. Или переместиться во времени только один раз на 24 часа, но все тебя будут помнить. Блин, я не хотел бы, чтобы все мои родные, друзья и знакомые забыли меня. Машина времени! Ладно, на самом деле в жизни я бы ответил по-другому, так как это сделали 78% людей, но эта игра, я бы определенно хотел машину времени. Хва! Рита или Вита? Это два разных имя? Рита и Вита. Я назвал бы своих дочек Рита и Вита. И путал бы их. Я плохой отец. Вита или Рита? Маргарита! Ай, шутка. Пусть будет Вита, окей. Рита нравится больше, чем Вита. Что это вообще за вопрос? Быть миллионером, но без любви. Быть бедным, но любить. Я все-таки считаю, что любовь — это чувство, которое приходит. Boring. Любви, возможно, она потом придет, чем быть бедным. Boring. Ой, почти половина на половину. Быть красивым? Самым красивым. Или быть самым умным? О, господи, блин. Мне кажется, что сделать себя красивым проще, чем сделать себя самым умным. Поэтому быть самым умным, наверное, получше будет. Да, да, да. Ква. Что за вопросы? Мне страшно умереть сразу или мучиться? Чего? Кто захочет мучиться? Если у тебя есть два выбора, либо умереть, либо мучиться и умереть. Или погоди, или может... Или, может, ты помучаешься, но выживешь? Нет, я в любом случае хочу жить. Мучаться, но выжить. Вы не думаете про другой вариант вопроса. Тут же не сказано мучиться и умереть. Тут сказано просто мучиться. А может быть, ты выздоровеешь? Вот глупые 90% людей. Ужас. Ква. Нажмешь сюда? Нажмешь сюда. Мне этот тест с каждым вопросом нравится лучше и больше, чем английская версия. Нажмешь сюда или нажмешь сюда? Это как хм или хм. Вы написали 9000 комментариев или даже 10. Вы шо, дикие? Вы поехавшие, что ли? Вы большие молодцы. Блин. Нажму-ка я сюда. Синий цвет любят больше, чем оранжевый. Синий цвет любят больше, чем оранжевый. Почему? Вы правда любите синий цвет больше, чем оранжевый? Вот это интересно. Быть в одиночестве или быть в компании? В компании. Да. Путин или груди? Нравится имя Алина? Не нравится имя Алина. Мне нравится имя Алисы. Особенно если у нее отчество Яндексовна. Да нормальное имя Алина. Вообще нет плохих имен. Шоколад или ваниль? Шоколадка не... 39% людей, которые любят ваниль больше, чем шоколад. Вы шо? Это же шоколад! Шоколад! Ква! Reddit или YouTube? Вообще, какие могут быть вопросы? Принести в жертву своего домашнего питомца для того, чтобы покушать? Или принести в жертву части своего тела, чтобы вы могли вместе покушать?
Матерь Божья, что творится? Вы чего? Это самые идиотские вопросы в моей жизни. Хватит, я уже ел себя, окей? Я уже ел себя вместо папы. Теперь пришло время покушать кого-то другого. Я не буду себя кушать во второй раз. У меня уже ничего не останется от меня. Хва! Я лучше многих, я хуже многих. Знаете, раньше я думал, что я лучше многих. Но я думаю, что правильнее думать, что я хуже многих, потому что так у тебя будет стремление ставать лучше каждый день. Ух, Богдан, вот это ты, на цитаты. Но это на самом деле правильно, то есть не думайте, что вы лучше многих, есть люди, которые лучше вас. И когда вы будете думать, что вы лучше многих, вы зачастую не захотите развиваться. А развитие — это единственное, что нас движет вперед. Я чувствую себя каким-то учителем. Ну я хоть когда-то должен что-то вам полезное говорить, да, не только же хихоньки да хахоньки. Хва. Ладно, мы заканчиваем, но я думаю, что это не последняя серия. Пишите в комментариях, если вы хотите еще таких серий. И не выключайте это видео, потому что я сейчас скажу очень важную, важную вещь. Можно смотреть мои другие ролики. Они разбиты по разным плейлистам. Вы можете просто опуститься в описание, тыкнуть описание и посмотреть, какие плейлисты у меня есть. Я уверен, вы найдете для себя что-то интересное и то, что вас зацепит. Поэтому тыкайте, заходите и смотрите. Ну и подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. До встречи в новом видео. Всех люблю и жду в новом ролике. Ам.